И что ж, всем снова тропический привет, мои дорогие подписчики. С вами снова чудный канал Tropical. И сегодня в этом видеоролике я бы вам хотел рассказать, как обустроить террариум для живородящей ящерицы. Террариум мы будем обустраивать для этой красотки временный, но все же. В этом временном террариуме будут все базовое, что ей нужно для комфортного содержания, ну, минимум год. Ну что ж, тогда погнали! Ну, в качестве террариума мы возьмем контейнер. В этот контейнер берем и засыпаем кокосовый субстрат. Нужно засыпать достаточно много, так как ящерица любит закапываться, и ей нужен очень влажный грунт. В этот субстрат я засыпаю немножко камушков, вот вы их видите. Это камушки аквариумные, но не суть. Ну что ж, надо разровнять субстрат, чтобы потом хорошенько его побрызгать из пульверизатора. Так, чтобы он был снаружи влажненький, а внутри как бы сухой. Это придаст ему такую как бы влажность, но не сырость опять же. Так как ящерицы любят эти селиться по берегам болот и водоемов. Ну, в общем-то, переходим ко второму. Это паёчек. Где-нибудь в конце угла ставим какую-нибудь мисочку, желательно, чтобы ящерица могла туда поместиться полностью. Так как эти ящерицы могут залезть и попросту сидеть в этой водичке. Ну и теперь самое важное, это укрытие. Здесь вы как бы проявляете воображение и можете сделать любые укрытия. Я же взял просто кору, не кокосовую, а сосновую кору, вот, видите вы. И просто сделал там как бы такую норку. И просто наложил еще сверху разной коры. Ну тут вы, в общем-то, сами можете проявить фантазию, вот, вы видите, я накладываю кору. Ну, нужно, в общем, сделать так, чтобы ящерица могла там хорошенько так полазать. И ей просто, ну, как бы, есть было где полазить, побегать там и прочее. Ну что ж, теперь ставим камушек, чтобы она в нем грелась. И палочку какую-нибудь, например, вот, типа мостика у меня получится теперь. Да, и все будет смотреться достаточно красиво. Ложим ольховую шишечку. И за кадром я положил вот такой вот искусственный цветочек. Теперь нужно подлить водички в нашу мисочку. И можно заселять ящерицу. Террариум, в принципе, готов. В этом террариуме ящерицы будет комфортно как бы год, даже может быть больше. Ну и важно сделать еще вентиляцию. Можно сделать проточную, а можно сделать верхнюю, как это сделано у меня. Ну, опять же, у меня немного верхняя и немного проточная. И все. Вот мы и закончили. Всем до свидания. Сейчас я вставлю как бы отрывочки такие, где ящерица вышла наружу и где она лазила по террариуму. Ну что ж, всем до свидания и тропическое пока-пока.